Всем привет! С вами канал ArtMania. И сегодня мы с вами будем смотреть вот такой сайт, на котором можно набрать подписчиков, просмотры, лайки и комментарии на канале YouTube. И не только. Смотрите, вот здесь тут коины. Это местная валюта. Это уже столько, сколько я заработала. Рядышком у вас есть ваш уровень. Он будет увеличиваться, если вы будете ежедневно просматривать видеоролики какие-то, либо лайки, либо подписываться. И также рефералы. У вас будет отдельная ссылка, где вы тоже можете пригласить людей. И за счет них чуть-чуть там тоже будет вам капать именно вот эти вот коины. Также вы можете положить свои деньги. Вот здесь вот написано ежедневный бонус. Здесь вы будете просматривать видео, лайки, каналы, такое вот все. Здесь ваши рефералы. И здесь действия, то есть сколько вы заработали коин сбоку. Также есть выполнение заданий, но здесь вам сначала нужно будет аккаунт ввести свой с YouTube, либо ВКонтакте, либо в Инстаграме. Ну, наверное, скорее всего, все три, чтобы заработать побольше. Там вы уже посмотрите, за какое задание больше всего дают коин. Вот, если, допустим, у вас времени нету, вы можете тут в правом верхнем углу есть запустить YouTube-клиент. Вот тут в правом углу оранжевая кнопочка, на нее нажимаете. Тут у вас большой плюсик. Нажимаете на него, у вас появляется окошечко. Запустить. Открывается следующее окно. И здесь появляется какой-то видеоролик. У меня уже звук отключен. То есть он сам идет. Вы ничего не делаете. Просто закрываете. Ну, как бы не закрываете, а сворачиваете. Это тоже сворачиваете. У вас, наверное, если вы только что зарегистрировались, будет одна такая штучка. Если вы будете работать чаще, уровень у вас будет увеличиваться. И потом у вас появится такая второй такой плюсик. И третий. И, естественно, вы сможете заработать больше коинов. Если, например, на вашем браузере не получается что-то, вот здесь вот можно скачать. Сбоку вам будет написано. Если вы боитесь скачивать, боитесь, что вирус появится, есть браузер, вот этот вот с буковкой Е, Explorer, что ли, как он там называется-то. Короче, он есть на каждом компьютере, вы можете с него, я с него всегда захожу. Вот, надеюсь, что вам понятно. Если хотите закрыть, вот, закрыть. Все, она исчезает. Так. Здесь она, в принципе, тоже закроется. Я думаю, с этим мы немножечко разобрались. Надеюсь, что все понятно. Вот он, ваш уровень. Так, про уровни. Вот здесь есть кнопочка «Уровни». Нажимаем «Уровни». Это вот столько вы уже просмотрели роликов. Здесь выполнение заданий, возможно, тут сколько вы раз добавились или пролайкнули. И тут, соответственно, ваш уровень увеличивается, и вы зарабатываете с каждым увеличивающимся уровнем больше денег. Ну, не денег, а коинов местной валюты. Также, когда вы заработали определенное количество, вы можете их потратить. Есть можно в YouTube, ВКонтакте и в Инстаграме. Вот. Сюда выставляете ссылку своего канала или ролика, который хотите, чтобы посмотрели, поставили лайки, дизлайки, возможно, подписки, комментарии какие-то. Комментарии даже вы можете написать, какой комментарий вы хотите. Там вау, все супер, там нравишься, там тра-та-та. Вот. Или просто просмотры. Название задания, либо тут можете название своего канала написать, то, что вам захочется. А время в секундах, только
То есть только сколько вы хотите, чтобы просмотрели вас, сколько секунд, 60 там или 120, 180, может быть, и там до стальки-то. То есть тут написано от 20 до 600. Ну, в принципе, это не обязательно писать. Сколько выполнений, то есть минута, минут 10. Вот, ну тут все как бы по-разному бывает. Записывайте, вернее, пробуйте, экспериментируйте. Вот, выполнение в час. Так, источник трафика, тут уже много чего добавилось. И также у вас вот тут будет написано, сколько у вас этих коинов и сколько вам понадобится для этого. Хватает у вас или нет. Вот, и потом напишите добавить, ну, нажмете на кнопку «Добавить задание». Все, оно у вас добавится, и ваши задания будут вот здесь. Вот. Вот они, все ваши будут задания. Тут вы сможете уже смотреть. Допустим, вы предложили посмотреть, допустим, 30 раз, а вернее, не так, 20 раз, а посмотрели даже 30. Вот, что-то подобное было у меня. Сколько тут секунд, то есть, ну, смотрите, все ли хорошо тут или нет. Закончилось задание ваше, там, то есть, сделали его там или нет. Вот тут просмотры, подписки, лайки, дизлайки, комментарии, ВКонтакте, Инстаграм и платные задания. Так, здесь вот рефералы. Здесь есть ваша реферальная ссылка. Вот, ее копируете. И, допустим, где-нибудь там у себя на YouTube вставляете, предлагаете, или можете также искать людей, записав подобный ролик, и вы заработали. То есть вот я заработала от других людей столько коин. То есть вы тоже будете какой-то определенный маленький процентик иметь от этих людей. Как бы уже остальное, в принципе, не обязательно залазить, уже сможете сами. Вот, самое главное, чтобы у вас вот здесь было много, да, также выполнение заданий. Вы можете, допустим, сейчас я вот узнала, что в Инстаграм можно заработать 500 коин, но это у меня уже уровень довольно большой, то есть два раза по 500 уже получается 1000 коин. Это довольно много, это классно, вот, чтобы просто добавиться друзьям. Также ВКонтакте вот есть, у меня уже достаточно довольно циферка большая, чем чаще вы будете работать, и дольше у вас тоже будет. Да, также можно сделать, допустим, нажав вот на эту кнопочку, у вас, да, вот он откроется, ролик. Так, вот он открылся у меня без звука. Играет, допустим. И вы можете одновременно просто сидеть в интернете, занимаясь своими делами. То есть он у вас там будет прокручиваться, вот здесь будет у вас просмотр на видео, столько-то. И все, и вы можете пойти просто своими делами заниматься, он будет за вас все это делать. То есть сидеть и именно смотреть вот так вот каждый ролик, вот эту вот всю ерунду, вот, это в принципе не обязательно. Надеюсь, все понятно было. Всем спасибо за просмотр, с вами был канал ArtMoney. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите свои вопросы обязательно. Если они у вас появятся, пишите ВКонтакте, либо ссылочки там есть на почту мою ВКонтакте, и я есть в Инстаграме. Я обязательно вам отвечу, обязательно вам помогу и вас не брошу. И всем пока-пока. С вами был канал ArtMoney.